Ну что, давайте теперь, кто первый? У нас вообще-то, как работает, ну, как вселенная, да? Один к десяти, да, закон? Слышали? Или мы просто пропустили, но нам уже все рассказали. Да нет, мы тут у нас тем, то, что чем наши тренинги отличаются. У нас 10-15 лекций. Лекция и сразу же наработка. У нас, ну, кто понял, не понял, дойдет сразу же по ходу. Потому что здесь есть... Она ушла, да? Да, ушла. Говорят, что приходишь и 2 часа слушаешь лекцию, и 3 часа, и 10. Это не про меня, я пошел. Поэтому кто первый? Ну, что делать надо? А? Прогулять. Надо пройтись надо. Так а что там один из 10 закон? Ну, у нас, если, знаете, как в армии. 10% это пути нормально допустимо. Я вас люблю уже. Сейчас. Поэтому у нас здесь человек 15, да? Ну, один или полтора человека на вылет. Это допустимо. На вылет? Через неделю я... На вылет, да? От чего вы не понимаете? Полтора человека на 10, да? Как там ты говоришь, чтобы палец не попал в лицо? Подходи. Как раз мелкие. Да, я закинул как раз то, что надо. Ну, хорошо. Все, ложится. Ну что, готова? Давай. Нет, я не готова. Ну, давай. Как? Стоп. А вот здесь вот уже надо думать, что оно вам даст. Ничего. А? Если бы я вам сказал прыгать с балкона второго этажа, вы бы прыгнули? Тот же самый вариант. Первое, что вы должны знать, для чего оно вам нужно? Не нужно ли вам? Давно хотел попробовать. Давно хотел попробовать? Да. Это приветствуется. Сейчас, для того, чтобы правильно пойти по стеклам, нужно что? Взять высоко, поднять ногу и ровно опустить. Давай. Опустила. Теперь берешь вторую. Она еще первую не опустила. Давай, 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 давай. Ты проткнула, да и все, да и пошла дальше. Конечно, потому что через неделю все будет, скажем. Все. А теперь берем. Ходим. И давай, со 180 градусов, разворачивайся. Хочется? Ну, следующее, готовься. Готово? Нет. Ты снимай. Фотографируй. Стоп. Теперь ножку одну подними. Самое опасное это то, что вот когда прилипает, человек становится ждать. Там напрягается, что стричит. Это что? Да. Ой, вытащите. Это что? Это что? Ну это, наверное, кровь, кровь идет. Откуда кровь? Что? Скатки. Так, шанс увеличивается, один остался живой. Ну, еще не остался. Еще не прошел, Вася, последний. Ну что, Вася, мальчик-девочка. Давай. Пойдешь? Как ощущения? Ну, давай. Не возражай, да? Ощущения... Все хорошо, как вот на камешке наступаешь. Мне кажется, на камнях больнее, кажется. Как зовут? Аня. Хоть имя знать. Аня, да? А потом уж некому будет говорить, если что. Ну хорошо. Так, Женя на гвоздях, Аня на стопах. Отлично. А давай я что-то нашла. Вы уже лежали? Тихо. Девчонки, тихо. Сейчас после
ну, этого режима распирать. Поэтому старайтесь держать себя в руках. Вы к нам. Значит, это к нам. Если такая реакция, это к нам. Вы еще пропустили, что мы били свеженькие. Теперь поднимай. Да. Это вот так вот режется. Вот так вот раз, и палец понес, палец подомой. Кто на гвозди уже освободил ответ? На гвозди? Стёпа, кто прошёл, в принципе, можно на гвозди. Сначала Стёпа, ты слышишь? Сейчас. Всё? Нет. Ты не после Стёпа? Я думаю, что... Так, на штыря у нас нет. Я говорю, на штыря нет. Белеть не надо. Я не знаю, может, это... Ты туда уже хочешь? Я не знаю. А что?
Сдерживается, я думаю, давайте.
Саш. Давайте просто ускоримся, потому что у нас еще есть такая зима. Девчонки, желающие еще есть? Есть? Давайте. Потом будет жарить. Потому что сейчас еще два человека летит. Проходил тренинг учредитель АВК. И после тренинга он пришел, смотрит там какие-то отчеты, все. И склад забит каким-то конфетом. Он начальника склада вызывает и говорит, поднимаем ножки выше. Вызывает и говорит, почему? Говорит, склад забит конфетами. Ну, нас никто не берет. И все. Он достает из-под шкафа бутылки разбитые, берет, прыгает и говорит, даю неделю времени. Если, говорит, не реализуешь склад, говорит, будешь прыгать у меня на стену. Через неделю весь склад был распродан, но изначально склада уволили. А потом, говорит, кто там приходит, говорит, почему, говорит, вот я иду по заводу, а людей нет. Нет. А потом смотрю, возле какого-то станка, девочка стоит за шкафом, такая трусится. Заславится. Да? Пряднички. А так можно по припаду оказывать, что тебя? Все. Девчонка. Можно будет полежать, да? Вот обед где? Вот возьми себе, докажи, что ты можешь. И все. Все, давай. Ну, вы скажете, что на открытках толстая кожа и она там не режется, да? Где самая тонкая кожа? На пальчиках, на спине. Нет, на руках вот здесь. Садись, мимо. Аккуратно. Так.
Ребята, отвернулись. Временно, да. Не закрыли глаза, а именно отвернулись. Отвернулись. Снимаю футболочку. Вот это сразу. Тут камера работает, а я отвернись. Нет, ты ложись, лег и придерживаешь вес руками.
Не только не... здесь лежишь. Здесь лежишь, да? Держимся ножками, чтобы мы не шатались. Так. Подняли ручки. Опустили. Живо. Живо. Помогите ей встать. Ну, если поведет. Все. Стеклышки. Так, давайте, давайте, девчонки уже готовы, должны стоять рядом, чтобы быстрее это конвейер был. Да, уже должны стоять. А мужчины, вы знаете, самые большие боегузы. Они больше всего боятся. Они боятся к девчонкам подходить, они боятся вот там... Если девчонка сама мужика себе не возьмет, делов не будет. Вообще заняла. Кто? Смотри, ручки. Ручки. Так, вот. Будет жара. Ручки. Подняли. Опустили. Понравилось пресс качать. Подожди, не вставай. Интересно, а если на гвозди еще сверху? Давай. Ляжешь, чтобы все... Человек еще не лег, уже попал. Мне жалко, девочка. Давай. Я бы Аню пригласил, но у ней пока нельзя. Да, ну давай, не съемешь. Да, ну что ж. Так, ну давай. Давай, быстрее, шевелись. Ах, вот как. Давай, положи. Ну а что надо? Ножки расставить? Нет, тебе это единственное место, где ножки вместе. Ложись. Ручки убирай из-под него, потому что это неприятно. Давай, ложись. Чтобы все было под контролем. Все, мама, под контролем. Мама проверила, все нормально. Наконец-то мужчина. Мужчина, смотри, как он там. Давай. Понимаешь, всегда я зашел сюда в первый раз. Но ни в коем случае не последний. На стекла, как в первый раз. А вы на очередь. Давай еще. Держимся. Давай. Маме помогай. Она тебе помогала. Держимся руками, девчонки. Держимся пока руками. Держимся, девчонки, команды нету. Все по команде делаем. Держимся руками. И подняли ручки. Опустили. Все, выходите.
Стёпа эту серию. Успела, ручки подняли. Принято благодарить человека за помощь. Таким образом мы делаем. То есть одна рука, правая рука ложится между лопаточек. Между лопаточек. Вторая. Под ребра. Здесь у нас вершина печени. И сердце к сердцу. Это наши деды и прадеды. То ты точно так же. Приветствовали друг друга. Деды и прадеды. И благодарили за какую-то проделанную работу. Да, ну, понятно, да. Можно сегодня вечером. И идет чистка энергетических центров. Так что все, кто тебе помогал, поблагодари. Давай. Замечено. То есть получается, идет энергетическое такое кольцо, которое чистит сердце и печень. Да, давай быстрее. Пока раздеты, давайте быстренько попробовали. Я же специально. А можно? Девчонки что-то так приумыли. Так. Ну что? Можно? Давайте следующее еще одного и все. Дальше двигаемся. Ты сейчас пошла все поднимать. Я что не помогал? Да. Она не видела. Вот так вот. Это было. А можно я наступ на бутылку? А я пусть тебя если еще будут. Может, тут продолжить? Ну, что я с собой? Так оно тебя задирает наоборот вверх. Ну, ладно, хорошо. Тут первый, давайте, чуть-чуть выше, центр. Давай выше. Все, отлично. Давай. Ручками держимся, без команды ничего не делаем. Давай. Ножками держимся. Ручки подняли. Это я. Подняли ручки, опустили. Все, поднимай. Ой, даже ничего не привито. Отлично. Ну что, следующий режим. На животе. А? На животе. Нет. На животе уже вы поняли. Понимаете, что оно не режется. Следующий режим. Прыжки. Стекло. Вася, давай. Долго ждал. Я понимаю, что ты. Кто? Давай, ну что, желающих нет, да? Что делать? Ой, можно я попросить? Или нельзя, что ли? А смысл у него прыгать? А? Смысл у него прыгать? Сейчас прыгать не будем. Сейчас прыгать не будем. Я думаю, мы прыгнем вместе с партнерами. Партнеры нас не слышат. Да, еще партнер. Да. Ирина Журавель. Да. Помощь нужна, специалиста. Завершающая программа Степа. Прыжок Степа. Партнеры прыгают. Конечно. Нет, тебе не надо пока. Да. А мы прыгнем. Ну что, готово. Убирайся стол. Там вот черный. Никто не отменял.
Че молчишь? Осталось, что моя очередь, да? Да. Все живые. Много травм, ну, когда прыгаешься на стекла. Потому что когда кто-то прыгает, палец отлетает и выбивает первым глаз. Чтобы не выбило никому глаз, отойдите подальше. Так, так. Да-да-да, правильно, правильно. Я не могу. Что? Я послушаю. Да? Палец, а не сегодня. Тишина. Человек первый раз прыгает. Смотри. Ножки на край. Еще. Пальчик, что все сами. Смотри. Прыгаешь. Вверху зависаешь, чтобы люди успели сфотографировать. Делаешь это. Матрица. Потому что нас пронесло. Плавно-плавно опускайся ровными ножками. Все, готово? Оп, и садимся. Садимся, только чтобы ножки не приклеились. Нормально? А можно чем? Хватит. Пока. Хватит. На сегодня хватит. А теперь вроде бы так. Девчонки, помогите, пожалуйста, чтобы быстрее собрать. Всех режимов. Для некоторых логического конца или начала там нет. Потому что дебет с кредитом не сходятся, и они не понимают, что для чего им нужно в этой жизни. Дело в том, что когда человек преодолевает какой-то страх,
У него что-то меняется, он выходит на новый уровень. Иногда человек доходит до какой-то стенки, и ему нужна какая-то вот как скачок. Иногда вот эти вот вещи, которые вот происходят здесь, служат для нового скачка и формирования новых событий, лидерских событий и финансовых событий. Это одно из таких вот вещей, то, что происходит у человека. У человека человек начинает верить в себя, а не в логику, которая с целесообразностью, нецелесообразностью этих всех. Или там, иногда абсурда некоторых решений. Это один такой момент. Многие из вас, кто прошел этот режим, заметят явные перемены в вашей жизни. Вроде как баловство это было, но для вас это был серьезный шаг, при котором вы побороли самую великую, достигли самой великой своей победы, это над собой, над своим страхом. Потому что есть человек и есть та скотина, которая пытается постоянно умереть. Она хочет постоянно там, а может это не надо, а может это страшно, а может еще что-нибудь. И она постоянно пытается вас уложить в кровать, чтобы вы поленились, еще что-нибудь, что-то не выполнили, не доделали, не закончили. И вот мне просто, например, это выражение понравилось Звиат Рагули, инструктор, создатель гимнастики великолепный такой, ходу. Он говорит, и эту скотину мы постоянно тренируем, чтобы она не умерла раньше времени. Вот человек тренирует эту скотину, то есть животное начало. Понимаете? Эти режимы вроде как в виде баловства, но перед тем, как вы встать на эти стекла, у вас происходят мощные физические процессы в организме. У вас запускаются такие системы, структуры. До кого волновало, как вы встали на стул? Или там, то есть, перед стеклами. Кого волновало, что вы полчаса с кем-то поругались? Кто-нибудь вспомнил об этом? А? Ваше сознание было здесь и сейчас, именно на то количество времени, пока вы готовились. Это сразу же, вы притягиваете энергию с прошлого, с будущего, здесь и сейчас. Идет мощная энергизация. И вот этот подъем, это не значит, что у вас там... А это значит то, что вся энергия собралась именно там, где она должна быть, где начинают формироваться все события, откуда формируются все события. А пока человек живет в иллюзиях, он никогда не достигнет никакой победы. Это одно из таких преимуществ. С научного подхода. В организме вырабатывается мощный выброс идет адреналина. У нас есть два вида, которые вырабатываются корой надпочечной. Первый адреналин вырабатывается в момент, когда человек находится в депрессии или в каком-нибудь таком состоянии ниже среднего. Чем он страшен, этот адреналин? Тем, что он блокирует все функции организма. И процесс старения ускоряется в несколько раз. Вы заметили, да, что у таких вот, знаете, таких язвительных или каких-нибудь там, таких, у язвительных сразу понятно, да, признаки язвы. У других таких, каких-нибудь злобников, там, щитовидка начинает работать. У третьих там еще что-нибудь. И вот когда вы запускаете второй вид адреналина, то у вас происходит сразу же мощное восстановление всех систем, то есть все, что блокировалось первым адреналином, разблокируется, нейтрализуется действие первого адреналина, и человек после этого режима начинает мощный процесс омоложения. Мощный. И так как адреналин это мощный, такой, сильный такой яд, то идет мощная чистка кровеносной системы. Кровеносная система от болезнетворных всех бактерий, от паразитов, от всего-всего, что не нужно в организме. И плюс идет мощная чистка от онкологических клеток.
С помощью этих режимов и многих других у нас на тренингах люди приходят с лейкозом и с какими-нибудь четвертыми стадиями, и потом живут и радуются до сих пор. Таких вот людей... И не только, и с проблемами с кожей, и с проблемами астмы, и диабет. Совершенно... Аня просто у нас как наша... Наша легенда, почему мы как бы объединились, потому что у нас есть общие интересы. У нее был как бы страх. До определенного момента доходило, у нее страх, и это не давало ей дальше ну, развитию ребенка. Мы этот страх вместе прошли, как раз зимой, вот именно когда она беременная была, в минус 17 градусов. Ныряли в Аполлонку, и при этом этот страх прошел, улетучился. Сейчас, то есть примеры живые везде, только смотрите, принимайте эту информацию. Ну, это в принципе 1% всех наших возможностей. Вторая там уникальная доска. Это уникальность той доски, в чем заключается. Да, этих досок можно наштамповать производственно, как аппликаторов, лепков, поднесовок. Они будут выполнять определенные коррекции в организме, но уникальность этой доски в том, что она прошла особую структуризацию в гвозди. Они проходили тренинги со всеми людьми, лежали в определенных местах энергетических сильных, набирались, напитывались, меняли структуру. И когда человек ложится, то он ложится не просто как на железе, а именно уже на сформированное поле. Именно биологически активное поле, которое восстанавливает человека. Эта доска там, в течение недели помогла восстановить, то есть убрать 7-литровую дырку. Это одно из таких, потому что люди любят какие-то интересные каких-нибудь факты. Ну, кроме того, то, что за счет того, что она вытягивает на поверхность, за счет боли, она вытягивает на поверхность все заболевания и нейтрализуется ими, то у нас те, кто приезжает на семье, в первую очередь, уже была. Сразу на доске, кому-то на доске, а вот на доске. У нас очередь много на семинаре 4 часов утра, чтобы полежать по 45 минут. И вот на... Постарайся полностью. Кого интересует наша программа? Это очень нормально, мы на крышке экспонат. В принципе, можно вот на полковне хватит. На месте ее положить. Листовочек, кому нужно, кто интересуется рассылочкой, может заполнить здесь. Мы проводим регулярно занятия. И, ну, немножко модернизировано. Где-то оно похоже с одними практиками. Эту практику мы ведем уже с 94-го. Так что... Какие будут вопросы? Фейсбуке facebook/touchpad.
ВКонтакте можете нас там находить. Ну, а по поводу наших мероприятий, у нас по колесу жизни, да, вы знаете, что такое колесо жизни? Все слышали, да? Вот эти все пункты, которые должны быть уравновешены, по всем этим пунктам мы даем тренинги и программы, стараемся на нашем фестивале раскрыть. Так как Владимир у нас занимается оздоровительными практиками, у нас есть интереснейшие женские темы, у нас вплоть до стиля, как красиво одеваться, как себя презентовать, пиар, СММ, это в том числе и моя сфера, различные тренинги по владению голосом, это ведущие известнейших программ на ICTV, на L+1, это наши тренеры. Известные очень люди, мы также привозим людей из очень известных тренеров из других стран. Поэтому, если вам интересно, можете подписаться на нашу рассылку. Если вам не хочется получать почту там, да, лишнюю, у нас все есть на сайте и на наших страницах в Фейсбуке. Кроме того, вы можете просто рассказать тем людям, если у кого-то есть какие-то проблемы, тем более по здоровью, это первая ступень, которую надо закрывать в жизни. Быть здоров. Потом колесо жизни восстанавливается, и ты идешь постепенно, потихоньку и закрываешь каждый пунктик, настолько гармонизируешь, насколько тебе необходимо. Ну вот, наверное, следующие фишки. Вы можете посмотреть наши мероприятия ближайшие. Фестиваль следующий 21-22 сентября. Будет в Киеве, мы проводим его обычно в очень хороших условиях, либо в центре Киева. С возможностью приятно провести время, да, и заодно грамотно провести исключительно практическими тренингами. То есть все тренинги, которые у нас проходят, это не более 1%, 99% практики. Это наш девиз. Спасибо. Если есть вопросы к Владимиру сформировались, вы задавайте. Если есть вопросы к нам по программе, по мероприятиям. Если можно... хотите получать у нас новости, можно записаться так, чтобы это было вам комфортно. Если хотите, то сделаем.